Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Вопрос касается того, поздравлять ли молодого человека с праздниками. Вот. С учетом, ну, как бы, того, что он поступил не очень хорошо. То есть, ну вот, в том смысле, да, что целовался с другой девушкой, вот. А сейчас люди расстались, ну вот, по словам автора, по словам автора вопроса, ну, в отношения она возвращаться не собирается, вот. Но из-за того, что парень ее поздравлял, вот, из-за того, что он, вот, ну, как бы, писал ей, получается, и уделял, получается, ей внимание, вот. Она теперь, как бы, чисто из вежливости хочет его тоже поздравить, вот. Но, в общем и целом, как бы, сомневается, вот, в том, стоит ли его поздравлять. Значит, что здесь хочется сказать, в первую очередь? То, что, на мой взгляд, у вас осталось к человеку чувство. И то, что вы не колебались бы, если бы у вас не было бы к нему чувств. Вот. А вне зависимости от того, правильно ли вы поступила по отношению, вот, к молодому человеку, да, потому что, ну, можно, например, высказать предположение о том, что то, что молодой человек сделал, не является изменой. То есть, ну, поцелуй, измена это не является. Но если вы так, так считаете, то это ваше право так считать. То есть вы имеете полное право так считать. Вот. Но только вот как бы ваши чувства, условно говоря, немножечко они, как бы, ведут вас в другую сторону. Вот. То есть, в первую очередь, вам нужно признаться себе в том, что чувство осталось. Потому что из вежливости можно поздравить, это не проблема. Проблема, что вы себя, вот, в какой-то степени, да, именно обманываете, говоря о том, что, ну вот, что чисто из вежливости я его хочу поздравить. Вот. А ситуация была неприятна. Вот. Причем, когда я говорю о том, что у вас осталось чувство, я не обязательно, совершенно не обязательно имею в виду, что это любовь. Или симпатия. Или желание быть вместе.
или надежда на то, что ваши отношения, ну, скажем так, восстановятся, вот. То есть этого делать совсем не обязательно, и я говорю не про это, а я говорю про то, что вполне возможно у вас остались именно вот невыраженные чувства. То есть мне, например, из вашего сообщения показалось, что вы в достаточной степени, ну, как говорится, на ногах пережили вот то, что с вами произошло. Возможно, не проплакали, не отреагировали, как это нужно было бы сделать. С точки зрения психологической экологии, да? С точки зрения заботы о себе. И сейчас ваша, вот, что называется, подсознание, да, сейчас ваше подсознание пытается вот сделать что-то для вас такое вот, ну, полезно, вот. То есть сейчас вот именно ваше подсознание пытается сделать так, чтобы вы эту ситуацию, ну, смогли пережить. Вот. Сейчас ваше подсознание пытается сделать так, чтобы вы в этой ситуации, ну, как-то находились, чтобы вы в этой ситуации как-то себя повели, как-то выразили и отреагировали бы свои чувства. И вот это могло бы вам помочь двигаться дальше. То есть откуда у вас вот, ну, столь настойчивого желания, да, в этом смысле ну, как бы ему написать. Именно отсюда. Вот, именно отсюда. То есть именно из такого ощущения, да, из такой, скажем так, потребности. Да, из потребности. Это как-то прожить. Вот, вот вы пытаетесь это прожить. Сначала. Ну, да, вопрос, конечно, остается открытым, в смысле того, насколько у вас это получается. Вот, на мой взгляд, получается у вас это, я бы сказал, несколько с трудом, вот, потому что, ну, вы совершенно очевидно свои вот чувства, да, ну, как бы не замечать, о, какая штука. Поэтому вот пока это все стоит. И на мой, как бы, на мой взгляд,
ситуация является вот такой. Поэтому я бы предложил бы вам подумать об этом. То есть я бы предложил вам порассуждать немножечко о том, да, какие у вас чувства к ну, своему молодому человеку. Вот. То есть как бы из какого в данном случае чувства вы хотите его написать, точно ли это из-за вежливости? Вот. Потому что, на мой взгляд, дело здесь не в этом. Вот как-то так. На этом все. Я надеюсь, что вам это было полезно. Надеюсь, что вам это было интересно. Я желаю вам всего самого доброго, удачи. Обращайтесь за помощью. Она вам пригодится, чтобы разобраться в себе, прожить травму, которая у вас очевидно есть сейчас. Ну, вот, и чтобы смочь двигаться дальше. Удачи вам.